Как добавить водяной знак на видеоролик? Для данной задачи есть множество программ. Camtasia Studio 7.8 также может выполнять данную задачу, но мы будем использовать бесплатное приложение AviDemux. Запускаем его. Перетаскиваем наш видеоролик в программу. Затем необходимо выбрать исходящий формат видео. В любом случае нам придется выполнять конвертацию и сжатие видео, иначе у нас ничего не выйдет. Соответственно, в колонке «Видео output» мы выбираем MPEG-4. Аудио можно либо оставить копии, либо сделать MP3 Lame или AAC. Исходящий формат MP4 Muxer. То есть вот эти настройки установили. Теперь необходимо зайти в фильтры. Вот в этой вот колоночке. Здесь много различных фильтров. Можно поиграться. Также можно увеличить яркость видео. Ну и многое другое. Но сегодня мы будем добавлять логотип. Соответственно, вот здесь вот у нас есть вот такой фильтр, как ADD Logo. Кликаем на него два раза мышкой. Нажимаем кнопочку Select. Выбираем на жестком диске логотип, который должен быть на видео. Вот он появился. Вот здесь вот очень неудобно перемещать его. Я его хватаю, он как-то неправильно перемещается, поэтому я выставляю вручную координаты. Здесь у нас есть координаты, соответственно, я выставляю 1000 и 600. Здесь вот можно немножко больше сделать, 1050, а здесь 650. Ну, вот получается вот такой вот логотипчик. Конечно, перемещать его не очень удобно. Если я сейчас кликну на этот логотип мышкой, то он опять передвинется как-то влево либо вправо. Поэтому, когда установили значение вручную, больше не нажимаем на экран. И почему-то недоступна опция альфа, то есть это прозрачность. Вот. Ну, когда координаты установили, нажимаем кнопочку ОК. И затем закрыть. Все. Все готово для того, чтобы выполнить конвертацию. Заходим в файл. Сохранить как. Красочный подрыв отеля. Лого. Сохранить. Конвертация, как видно, выполняется довольно быстро, так как размер данного файла где-то около, наверное, 2 мегабайт. Точно не могу сказать. 10. Ну вот, как видно, у нас конвертация выполнена. Закрываем программу и проверяем, что у нас получилось. Ну вот, как видно, логотип теперь добавлен на видеоролик. Задача выполнена.